Между тем, в Рио главы Бурятии может увольнять и назначать министров еще до выборов. Поправку в Конституцию, а заодно и в закон о главе приняли на сессии Народного хурала Бурятии. Формировать временный кабинет министров Алексей Цыденов сможет сразу после вступления поправки в силу. И, как признались некоторые депутаты, ротации можно ожидать в ближайшее время. Суть поправки состоит в том, чтобы временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятии мог не только освобождать от должности, но и назначать на должность исполняющих обязанности членов правительства, и в том числе тех, кто проходит согласование с Народным хуралом, замов и исполняющих обязанности министра экономики и финансов. Следует отметить, что поправка носит временный характер, и после выборов на должность главы республики он будет иметь все полномочия, как установлено законом.